В этот южный неласковый вечер, когда снег... Именно с этой песни, известной, наверное, каждому, Лидия Музалева выступила в финале шоу «Голос 60+.» Взыскательное и строгое жюри очень хорошо приняло нашу землячку. Как итог, заслуженная победа. Выступление в Шушинском, которое устроила Лидия Музалева, это, по сути, благодарность за поддержку, которую во время зрительского голосования оказали ей местные жители. Я хочу сказать, что я победила только благодаря Шушинскому, правда? Они же не учли, что за мной не только Москва и Калужская область, но за мной еще и Сибирь. И вот эти 2% – это Шушинское. Зрители долго не хотели отпускать свою знаменитую землячку. Сначала после концерта сделали коллективный снимок, а потом все выстроились в очередь за автографом. Возникла даже идея снять небольшой документальный фильм про Лидию Музалеву. Сергей Сеславин, Енисей. Новости.